Всем привет, с вами Тим Лайн, и сегодня в этом видео я решил вам показать, как же быстро отписываться от пользователей в Инстаграм. Я уже делал подобие такого видео, но для начала хочу посоветовать вам следующий канал. Хочу посоветовать вам канал Богдан Ко. Здесь вы найдете много полезной информации об Apple iPhone и других гаджетах компании Apple. Полезные устройства, лайфхаки, обзоры товаров Apple, игры на iPhone, а также слухи о новых устройствах Apple. Все это вы можете найти на данном канале. Будет весело и познавательно. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Это происходило с помощью программы, называется Unfollow. Многие не могли это приложение найти, многие даже если находили, не могли пользоваться. Поэтому я в очередной раз делаю такое видео. Это тоже будет ручной метод, но немного легче. Легче по сравнению с тем, как вы отписывались бы в приложении. Нажимаете на «Отписаться», а потом «Подтверждаете». Как бы для того, чтобы отписаться от 100 человек, например, вам нужно кликнуть 200 раз. А это немного будет легче. Поэтому для начала нам нужно открыть сайт instagram.com. Вот, у меня открыт. Залогиниться, то есть войти в свой аккаунт. И, как видите, это мой аккаунт. Факс, нижнее подчеркивание, ru. Можете подписаться, буду очень рад. И вот мои подписки, 7232. Мне нужно отписаться, да, от них. Я открываю. Вот, смотрите. Тут всего лишь один клик. Видите? Один клик. Не нужно нажать на «Отписаться», потом «Подтверждать», «Отписаться», «Подтверждать», как вам приходилось сделать бы это в приложении. Ну, в принципе, вот так вот это все происходит. Намного легче, как вы видите, да? Но только вам нужно будет использовать ваш компьютер. Ну что ж, вот это вот я хотел вам показать, поделиться. Если это видео было вам полезно и интересно, то, пожалуйста, оставляйте ваши лайки, комментарии и подписывайтесь на канал. С вами был Тим Лайн. До новых встреч. Всем пока.